Здравствуйте, у меня сейчас утро, поэтому я пожелаю вам доброго утра. И сегодня я с вами начну свою обычную утреннюю распевку. Итак, с чего же начинается мое утреннее вокальное занятие? У меня их может быть несколько за день. Для начала я разогреваю область своей диафрагмы, то есть запускаю свое дыхание. Что я для этого делаю? Я для этого кладу руки на область диафрагмы и говорю простой звук «дз». Давайте вместе. Давайте постараемся сказать его мягко, эластично, как «дз», «ц». Последняя буква ближе к букве «с», чем к гласной «ы». Итак, кладем руки на диафрагму. Она расположена в районе солнечного сплетения. И начинаем говорить звук «дз». «Ц», «дз», «ц». Я надеюсь, что у вас получилось. Если вы занимаетесь вокалом впервые в жизни, значит, я вас поздравляю, вы нашли, где находится ваша диафрагма, а это наш основной вокальный орган. Итак, движемся дальше. Что мы с вами делаем? Мы с вами стараемся задуть свечи, произнося, условные, конечно, свечи, произнося букву «С». Давайте представим, что перед нами ряд свечей. Ряд свечей, которые мы с вами должны задуть. Начали. Руки кладем на диафрагму. Короткий вдох носом. Вдох должен быть такой, как если бы вы вдохнули аромат приятного цветка. Я не знаю, какой ваш приятный цветок. Я люблю розы. Ну что ж, поехали. Почувствуйте, как сокращаются мышцы вашей диафрагмы. У вас, скорее всего, подключились боковые и задние мышцы спины. И это хорошо, и это правильно. Еще раз давайте сделаем короткий вдох носом и задуем наши свечи. Руки на диафрагму, плечи опущены. Следите, пожалуйста, за вашими плечами, старайтесь их расслабить. Ну что, поехали! Ну, я могу делать так практически бесконечно. Вы постарайтесь столько раз, сколько у вас получается. Ну что же, теперь мы с вами перейдем непосредственно к распевке. Распеваюсь я в гамме до мажор. Обязательно начинаю с нижнего и среднего регистра, что и вам советую. Трезвучие вниз. Как спеть правильно трезвучие вниз? Мы будем петь квинту вниз, просто и пропевая каждый звук. Как это надо сделать? Мы с вами кладем одну руку опять в область солнечного сплетения, а вторую руку положите, пожалуйста, над вашими бровями. Получилось? Замечательно. Когда вы поете, вы должны постараться внутри почувствовать радость и уверенность, потому что пение – это очень радостный процесс. Даже если вы поете очень грустную арию, даже если вы умираете на сцене, тем не менее внутри мы представляем, что мы рады принести себя и наш голос в мир. Нам это необходимо для ощущение вокальной позиции. Так, еще раз. Одна рука на солнечном сплетении, вторая рука в районе бровей. При пении каждой ноты старайтесь ощущать вибрацию в районе вашей верхней руки.
Давайте вместе. Еще один очень важный момент. Постарайтесь не зажимать вот эту часть. Это не значит, что ее надо прямо открыть так. Или как-то так, вот я не знаю, там кто-то мучается, открывая очень сильно рот. Это совершенно не обязательно. Постарайтесь просто расслабить ваш подбородок. Давайте вместе попробуем это еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. В чем наша задача? Наша задача в том, чтобы звуки позиционно прозвучали все очень ровно. Вот здесь. То есть, чтобы у нас не было ни, а был этот звук вот так. Ни, ни. Старайтесь при пении не допускать никакой вибрации. Ни, вот такого быть не должно. Ни, вот такого быть не должно. Постарайтесь протянуть звук ровно. Еще раз. Я надеюсь, что у вас получилось. Таким образом, вы должны дойти до трезвучия фа мажор. Когда вы его споете, возвращайтесь вниз к трезвучию до мажор. Идем постепенно, поднимаясь на полтона. Если вам трудно петь выше ноты ля или выше ноты си, пожалуйста, не пойте. Тренируйтесь петь в среднем регистре. Когда ваш регистр средний будет устойчивый, когда вы будете его держать в вокальной позиции, а это, поверьте мне, новая работа вашего мозга, вы сможете продвигаться дальше в сторону высоких нот. Давайте я вам покажу еще одно упражнение, которое поможет вам удержать вашу вокальную позицию. Итак. Также в до мажоре. Кладем руку в область солнечного сплетения. Вторую руку также поднимаем сюда, для того, чтобы мы понимали, куда у нас приходит звук. Если вы не понимаете, не чувствуете, попробуйте сказать такое противное «н». Нет, нет, нет. И вот когда вы говорите это то у вас вибрирует вот эта часть. Вот это и есть наша вокальная позиция. Причем совершенно не важно, что вы будете петь. Будете вы петь эстраду, будете вы петь академическим вокалом, джаз ли вы будете петь. Голос надо удерживать в вокальной позиции. Ну что, поехали. Руку на солнечное сплетение. Стараемся удерживать звук в верхней вокальной позиции. И поехали. Ни. И поехали. Ни. Еще раз. Ни. Теперь попробуем сделать какое-то движение. Что мы сделали? Мы двинулись от нижней ноты опять к нижней ноте. То есть мы пропели вверх и вернулись вниз, но при этом мы не застряли наверху. То есть у нас получилась такая небольшая музыкальная фразочка. Выше.
трудно контролировать звучание своих нот, пойте в очень медленном темпе, строя каждую ноту. Держите руку здесь, это часто помогает, но при этом смотрите перед собой, не пытайтесь задирать голову вверх, задирать что-то там вверх, глаза, еще что-то, пожалуйста, не делайте этого, потому что это приводит к очень сильному напряжению связок. Ну что ж, я показала вам два упражнения. Когда вы начнете их выполнять, то поймете, что делать это совсем не так легко, как кажется. Вернемся к следующим нашим онлайн-урокам. Спасибо!